В Кокшетау школьники замерзают в учебных классах. Родители учеников об этом написали в социальных сетях. Проблему с отоплением и в администрации школ признали. По словам педагогов, дети сейчас обучаются в резервных кабинетах, где температурный режим соответствует норме. Аслан Абуталипов продолжит. Из-за наступивших морозов похолодало сразу в нескольких школах областного центра, а в одном из учебных заведений вовсе закрыли 8 классов. Занятия проходят в резервных помещениях. Резервные есть кабинеты. Вот, поэтому сейчас в связи вот с временным, как сказать, понижением температуры, мы с погодными условиями, мы от кабинетной системы временно, но это может быть в течение месяца, в течение, может, 2 недель, мы перешли на классно-урочную. То есть каждый класс находится в своем кабинете. В тех кабинетах, которые, может быть, есть проблемы, они не используются, они закрыты. В каждой школе вопрос с теплом складывается по-разному, говорят педагоги. Если в одних школах здания устарели и нуждаются в ремонте, то в других отопление действительно слабое. Подача на сегодняшний день тепла, ну, не такая, как была до этого. Поэтому в связи с этим у нас образовались такие прохладные кабинеты ниже нормы. А в среднем температура в кабинетах 18-20 градусов. Мы с РК на постоянной связи, они к нам сообщаем о том, что есть, например, в каких-то школах какие-то холодные кабинеты, прохладные, и они сразу выезжают. Сразу помогает нам. Между тем, тепловики заверяют, что температурный режим соблюдается и нет перебоев с отоплением. При этом не скрывают, проблемы с подачей тепла поступают с окраин города. Мы произвели регулировочные наладочные работы. Сейчас в данный момент специалисты занимаются по этим микрорайонам. По школам и садам мы параллельно отрабатываем полностью, производим объезды, обходы. Внутри также производим регулировочные наладочные работы. Объяснить, когда в этих школах будет стабильное отопление и задействуют все кабинеты, никто не может. Пока детей продолжают обучать в резервных кабинетах, которые для учебного процесса не совсем пригодны. Аслан Абуталипов, Евгений Шинкаренко, Кокшетау, Хабар 24.